Для обучения и не только. Первый в Югре мобильный технопарк для пенсионеров появится в Сургутском районе уже осенью этого года. В нем бабушек и дедушек будут обучать компьютерной грамотности. По словам представителей администрации, заявки уже поступают. Причем многие хотят не просто овладеть базовыми навыками, а получить знания в области графического и веб-дизайнов, работы в интернете. Подобный проект только для школьников уже реализован в районе и пользуется большой популярностью у юных жителей. Благодаря ему за прошлый год более 2000 ребят смогли заглянуть в виртуальную реальность, узнать больше про космос, роботов и многое другое. Покупка оборудования для нового технопарка запланирована на лето этого года и обойдется бюджету в 20 миллионов рублей. Мы также планируем непременно использовать технопарк для выездных больших районных мероприятий, поскольку оснащение этого мобильного технопарка предполагает и экран, и усиливающее звукооператорское оборудование. Поэтому мы думаем, что это будет очень полезное приобретение для культуры Сургутского района.